Вот побежали ребята, спортивные ребята. Вон они бегут. И так как я сам был таким и бегал, и занимался, что я хочу сказать? Вот кто из них добьется успеха? Ну, в первую очередь, у кого больше здоровья. А при прочих равных условиях здоровье зависит от наличия микропаразитов в организме человека. То есть, если их меньше, по каким-то причинам, более там сильного иммунитета, наследственности, здоровой обстановки, в которой живет спортсмен молодой и прочего-прочего, тем, значит, он будет лучше восстанавливаться. Не будет никаких там потрясений, таких связанных с болезнями, откатов. И он будет прогрессировать. А так получается, что не понимаю вот этого вопроса спортивной практики, медицине. Человек тренируется, готовится, а у него внутри там вот эта вот инфекция, то ли в гландах, то ли еще там где-то там, то ли грибка он уже подцепил. И час энергии тратится на, как бы сказать, сдерживание этой инфекции, подавление ее. И уже не так восстанавливается. А где-то там, когда форма особо повышена за счет тренировок, организм много усилий отдал для выполнения результата, так сказать, на пике своей спортивной формы, люди начинают болеть. То есть у них уже энергетики не хватает, она отдана все на результат. И инфекция тут как тут, простуды, там еще что-то и еще. Что это? Вот поэтому в первую очередь проверить на наличие микропаразитов, грибков, нейродная инфекция. Это можно и так увидеть внешне, без всяких лабораторных исследований, контролировать этот процесс, и человек будет прогрессировать, насколько ему там позволит его упорство. Вот это я хорошо прочувствовал на себе. Ой, как я прочувствовал. Хороший денек. Отличный денек. Да, всегда надо суматохе дня выделять время, причем в первую очередь время, для того, чтобы посвятить себе любимому. Никто за вас ничего делать не будет. Так сказать, настроит организм на лирический лад, все системы продуть, протрусить, прокрутить энергию, омыть кровью. И вот он уже, так сказать, спорт для здорового образа жизни. Обычная ходьба. И внушить себе, вот как угодно, что это первое, что надо сделать.
встал, умылся и прошелся. А потом уже делаешь все, что угодно. Кстати, кто-нибудь смотрел наш совместный стрим с Александром Молчановым? У него на канале. Там где-то сколько? 3000 уже посмотрело нашу беседу. Так, беседа получилась, с моей точки зрения, такая интересная, добрая и, так сказать, вот насыщена положительными вибрациями, настроем, что очень и очень хорошо. Кстати, по нынешним временам идет заготовка жира сурка. Я как-то был даже удивлен, встретился со знакомым охотником, и он говорит: да, заготавливаем жир сурка, или там луговой собачки. И, мол, уже его раскупили москвичи. Поэтому, если... А, раскупили почему? В ожидании второй волны вируса. Как раз бронхолегочные заболевания, все там такое. Успешно, значит, лечится втиранием этого жира, приемом там внутрь, ну, там свои методики. Кстати, если вы желаете приобрести этот жир, такой проверенный, сертифицированный, обращайтесь в магазин «Чтоб не болел». Это магазин, интернет-магазин моего сына. Он такой порядочный в этом отношении человек. Да и вообще порядочный. Не то, что я разгильдяй. Вот он там как раз его продает. Я там видел у него просроченные. Просроченные, я думаю, использовать сам. Бесплатно. Так что народ готовится ко второй волне. Уже заранее запасаясь такими препаратами, которые при бронхолегочных заболеваниях действуют наверняка. Вот, и вы можете посмотреть, при случае запастись, использовать вообще интересный магазинчик. Интернет, он там сотрудничает со многими производителями. И там можно найти много таких интересных вещей. Кстати, а я лично у этого охотника, и я показывал, я приобрел бобровую струю. Бобровую струю, которую, я думаю, наверное, с сентября и использую таким оригинальным образом. Я уже рассказывал, что бобровая струя — это такие железы у бобра, которые обладают огромной силой противобактериальной активности, противовирусной, противогрибковой. Почему? Потому что бобер вообще-то всем этим не болеет. Находится в суровых условиях: вода, холод, водоем, туда-сюда. А питается он корой. А как вам известно, в коре находятся вещества, которые защищают дерево от тех же вирусов, грибков, бактерий, чтобы они его не сожрали. И вот получается, что, используя там коры ивы, тополя, березы, что там еще растет по берегам, что вот из этого вырабатывается в организме
бобра, вот это вот вещество бобровое, струя, она такая невероятно пахучая. Вот за счет чего она уничтожает вредную микрофлору. Особенно, как уже показала народная практика, от разного рода мочеполовых инфекций, как мужских, так и женских. Вот это тоже интересная вещь. Будет прекрасным дополнением к здоровому образу жизни. Так что рекомендую такие вещи использовать, проверенные самой природой. Вот, еще про это я вам рассказал. Перевернулся. Оттягивает. Заросла полянка. Вот здесь все покосили. Следят. А здесь смотрите, что творится. Все заросло. В какое-то мгновение буквально-таки. Какой-то год-то не было. А это только раз. И вот оно уже все заросло. А тут поддерживается. Косится. Ухаживается. Прогулочка идет. Организм прогрелся, слегка и жарковато, но с утра слегка пропотел, это хорошо, что мы потеем, нагуливаем аппетитик. Все идет последовательно. Не едим завтрак просто так. А, завтрак надо, позавтраку что-нибудь там заброшу. А мы сначала походим, подготовим организм к приему пищи, появится здоровый аппетит, и после этого мы кушаем. Организм подготовлен, ждет поступлений и с радостью переваривает. А так он сонный, вялый, а мы тут туда набросали кофе с булочками там, с маслицем. И ждем, пока он будет. Он там лениво просыпается, вот. Не успел я еще проснуться, а мне уже тут работу дали. И в итоге человек, так поступающий, потихонечку сам превращается внешне в булочку. С ручками и ножками обрастает жирком. А так, если давать нагрузочку с утра, далее одна кашка там, то будешь более-менее таким стройненьким. Ну, хотя бы как я. Вроде бы простое дело, стройность, которую мы имели в юности –
лет за 40 она уже становится проблемной. Стройность. Как ее поддержать, сохранить, уже человека начинает разносить. И чем туда не дальше, тем больше. И песня милая лилась, да то был вальс старинный, томный, да то был дивный вальс. Раз пожмали. И дальше идем, сжимаем. Вот это казачий ход. Кстати, используя различные вибрации голосовые, вы прочувствуете, где идет вот такой вот массажик в области там груди или там в области больше горла или еще где-то. Это способствует лучшему отхождению слизи из легких, из носоглотки, очищению. Так что используйте пение. Либо мычание. Ну что-то такое. Поднимайтесь в настроение и оздоравливайтесь. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.